Еще раз всех приветствую. Ну что ж, сегодня у нас свежий выпуск рубрики «Умеет ли?». Обязательно смотрите все предыдущие. И давайте сегодня начинаем с лайкосов. Прям активно проставьте их, потому что чем больше лайкосов, тем, естественно, больше желания снимать новые видосы для вас. Сегодня мы будем разбираться, умеет ли играть на гитарах легендарные суперметаллисты из группы Хэллоуин. То есть это, естественно, прям вот кожа, мотики, орлы, металл и так далее. Поэтому такие люди, такие гитаристы просто, на мой взгляд, не могут не уметь играть металл. Но сначала небольшое послесловие к предыдущему выпуску. Опять же, по поводу Молокяна набежали челики в комменты, которые сказали, что из серии «Ну он и не обязан как Петруччи играть или как Гатригован». Господа, речь всегда идет о том, чтобы сыграть нормально свои же партии. Никто не просит его какие-то поливы разучивать, нет. Хотя бы те квинты, которые он играет, там 0-2, 0-1 и так далее, пусть он сыграет их нормально. Но не получается. То есть тот же самый Молокян за всю свою карьеру не сможет вот так сыграть. Не получится. То есть у него будет рассинхрон, скрежеты, возня, вялая атака, не Страевичу, не сможет банально квинты переставить, не сможет. Кто-то тоже там прибежал, какой-то адвокат начал писать, типа, вот он просто хотел барабанщиком быть, и с гитарой типа не сложилось. Господа, те, кто хотели быть барабанщиками, у них совершенно другое чувство ритма, напора, драйва и так далее. Вот, допустим, тот же самый Джеймс Хэтфилд, вот он барабанами увлекается. И этому я верю, да, потому что когда он играет всякие свои там... Там реально мочиловая и стружка. И ты понимаешь, что барабанная душа, она переходит в гитару. Молокян и барабан, и ритм, высекалово, тайминг нет. Как говорится, не слышал. Ну все, в общем, напомню, чтобы вы лайкали. И давайте сегодня смотреть видос с группой Хэллоуин. Погнали. Видос у нас сегодня для разбора будет, как сказал бы Саня Блинов, идеальный просто. Потому что это будет урок. Вот эти все янгитаровские уроки, это прям самый огонь, самый топ. Потому что там нельзя отмазаться. То есть, ну, бывает ситуация, когда человека, может, там подловили где-то в гримерке, он уставший шел, типа, ну-ка, рубани что-нибудь, он там, ну, немножко подживал, там бывает, опять же. То есть, но здесь без вопросов. Это урок офлайновый, чуваки подготовились и играют, это моя свою же песню, поэтому мы все увидим, честно, их максимум. Все трезвы, разыграны и готовы нас учить. Погнали! Помимо того, что все никуда не строят, тайминга просто ноль, как говорится, тоже никто ничего не слышал, не попадает, не понимает. По атаке металла здесь, конечно же, ноль. То есть ребята стараются держать имидж, все в клепках, голая грудь, все брутально. Но брутальности в игре нет вообще. То есть это как раз, вот кто помнит, этот мем, который появился у меня, по-моему, в 2016 году, что бабушка жрет беззубым ртом хлеб. Вот это прям вот квинтэссенция, смотрите. То есть все, что там происходит, типа какие-то... Все пережимают, не строят, то есть про атаку вообще никто ничего не слышал. То есть такие вещи играются. Вот, должен быть напор, мощь. Но я не буду учить трифты, то есть там какие-то стандартные ходы, а-ля там металкоры. То есть вот такие штуки, они должны прям ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та. Напор, мощь, здесь, естественно, просто идет царство хлеба. Посмотрим дальше. Здесь идет настолько нелепая мешанина, то есть есть золотое правило, что когда гитарист играет, это должно звучать так, чтобы это можно было снять на слух. Вот это на слух снять нельзя, это какие-то там типа что-то терции. Вот что-то примерно такое, но это нечитаемая каша, опять же, между собой ни адски не строит и по ритму не попадает. С правой рукой у товарища, который находится, получается слева, я вообще не понимаю, что это. Это, как говорится, лангуст вмазался. Вот это что за какой-то зажим? То есть столько уже уроков на YouTube, столько крутых гитаристов всегда рядом. Опять же, не работает фишка, что типа не на кого было ориентироваться, всегда было на кого. То есть, опять же, они не такие старые. То есть, если они, допустим, были бы там 70+, могли бы ориентироваться на Лис Пол, еще на кого-то. Но они не такого возраста. То есть, надо было ориентироваться на Дайма Даррелла, на Джиффа Уотерса, на того же самого Джеймса Хэтфилда. Если не ошибаюсь, по-моему, вот я просто в Power не особо слушал, слушал Стратовариус немножко, по-моему, там Тима Толки нормально играл. Конечно, это были такие годы, это, может быть, 2003 год, я уже так не вспомню, но тем не менее, то есть, естественно, есть Power и металлист, играющий нормально, но точно не вот эти. Посмотрим дальше. Да, вибрато все, естественно, классические. То есть, лишь бы что подергать, то есть, кошмар какой. Давайте мы подойдем, может, там что-то изменится. Да, вот эти вот все типичные, когда...
Про вибрато, как говорится, опять же, не слышал. То есть, напомню, что на канале есть отдельный видос на тему вибрато, там все рассказано, показано. Просто, опять же, так говорят, типа, показывают тут же сразу, прям это же и так далее. Господа, мне выгоднее, чтобы вы смотрели другие видосы. Плейтрушечки, уроки и так далее, где все разжевано, показано. То есть, из подобного стиля, да, то есть, когда такой вот, ну, не то, что прям пауэр, но ближе к хэви-металу. Пожалуйста, трек «Рубеж» есть, видос на канале есть, трек «Клетка» плейтру. Смотрите, там и солички есть, и зарубалити, и так далее. Посмотрим дальше. Никто ничего не слышит, что... То есть в таких ситуациях, когда, допустим, ты играешь, и все адски не строит, ну просто надо сказать этим японцам, всем гитар, типа, уважаемый там сеньор Хашимото там и прочее, какой там, не знаю, давайте остановимся, настроим наши гитары, пожалуйста, и сыграем нормально. То есть, и, хотя я думаю, что здесь часть не строя очень большая, идет именно от того, что все зажато, пережато, нажимает не туда, все не строит и так далее. Сейчас. Вот это как раз, да, типичная хлебная партия, нечитаемая. Что там было? То есть, по сути, материал, да, просто меняется, как бы. Несколько квинт у чуваков, но это звучит просто фатально ужасно. Вот, опять же, я знаю, что многие смотрят там с женами и так далее. Жены часто бывают играть на пианино, на скрипках, что-то, ну, как бы, слух какой-то определенный есть. Вот в такой ситуации я думаю, что просто жена зовет, допустим, в комнату, он скажет, типа, там, уважаемый, да, там, Вася, что ты такое слушаешь? Что за кошмар? Что это такое? И человек скажет, это гитарист Хэллоуин. Что? То есть, ну, как бы, вот, блин. Техники абсолютно ноль, то есть все понятно. Причем оба, как бы, ну, примерно на одном уровне находятся, но вот эти все вибрато, да, не теми пальцами, все нигде ничего не глушится. Как так можно за столько лет? То есть им же, мы там 13-летние парни, да, гитару взяли вчера, там, в голове бушует пивас и так далее, но ну тут же, ну как бы, здесь должны быть метальные такие опытные ребята. Пользуясь случаем, хотел бы также напомнить вам, уважаемые подписчики, что в магазине Педалзу работает специальный промокод на скидку 10% на наушники Electro-Garmonix. Так что, раз уж мы любим слушать разное гитарное зарубалово, давайте, пожалуйста, его слушать в наушниках от гитарного бренда. Кошмар какой, тут германы пошли какие-то вообще. То есть мне просто смешно от того, что по таймингу, вот как этот анекдот, да, старый, что типа там басист с барабанщиком захотели, типа, все, мы, короче, никуда не попадаем друг друга, все кривые косы, давай, типа, вместе выкинемся из окна. И типа... То же самое, то есть чуваки сидят, радуются, ха-ха, металл, круто, и никогда не левая с правой, то есть здесь просто именно какая-то рассинхроновая матрица, все никуда не попадает, левый не собирается пауэр-аккорд, он рассинхронно идет, правый не попадает в этот пауэр-аккорд, все это не попадает в барабаны, и чуваки не попадают друг в друга, то есть реально просто the world of рассинхрон, просто кошмар. Что это забыло? Какое-то... Как это? Кошмар. То есть, если ты делаешь какие-то там, не знаю, микробенды, то есть, отработай их на определенное расстояние, делай их четко, не вот это, что... Какой-то, знаете, как в старых поездах, вот эти вот дергали какой-то кондуктор такой с усиками, вот то же самое, он надергал что-то, кошмар. Просто таких соликов всегда угорает, да, когда просто, ну... Там ничего не слышно, то есть чувак перекрывает ритмом, а этот вот этим своим непонятным раскоряченным лангустом просто куда-то вот так вот делает. И, ну, как бы звук можно, как вот опять же на видосе, который видели многие, Black Ink вышел новый, там Хэмида просто выключили, потому что Патч там такого наиграл, что там в каком-то месте включили, там уши завяли, но большая часть просто он был выключен. Но здесь тоже чувака можно выключить, он просто машет, и как бы это просто ничего не слышно. То есть, опять же, напомню, что когда гитарист играет, партию нужно уметь снять, а вот это снять невозможно. То есть там, видите, свип, да? Вот это вот какой-то просто тараканчик ножкой машет задушенный. Вот это вот
кошмар какой-то. То есть вот этот бурдатень, который он в конце наиграл. Сейчас. Ты сейчас научу, что... Сейчас. То есть, во-первых, у этого, естественно, никакой художественной ценности нет. Это просто... Вот такая вот штука. Блин, вот знаете, когда бывает там между песнями какие-то такие вот просто там заминки, типа вокалистка воды выпьет и что-нибудь там барабанщик постучит. И вот, пожалуйста, я вам поставлю кусок с этого, с феста с антиматерией. Вот я там какой-то полив просто вставил, да, ну просто когда там типа межпесенная какая-то пауза. Этот полив, он просто сыгран в 500 тысяч раз техничнее, и в нем просто нагрузки даже смысла намного больше, чем вот в этом вот во всем. Хотя это опять же лайв и так далее. А это типа заготовленный видос, где чуваки пришли, там, загримировались, наделись и оделись, и, как бы, и так далее. Ну, в общем, давайте посмотрим, просто сравним. Ну вот, как слышите, разница просто очевидна, то есть нота хотя бы слышно, да, хотя это просто, ну, от балдыка это такая поливалка. А здесь, да вообще, посмотрим еще дальше немножко и уже, короче, надо, мне кажется, с этим сворачиваться, потому что это все очень плохо. Такой типа, а, никто не поймет, не услышит, что мы такие лажовые по игре. Господа, то есть я думаю, что все более чем понятно. Смотрите, остальные умеют ли. Обязательно смотрите уроки, чтобы вот, вот так вот не было вот этого всего. Как круто, как мы играем, поливаем. Мы такие металлисты, удалисты и так далее. В общем, всем большое спасибо за лайки, за поддержку. Грустно все это на самом деле. И весело, и грустно. То есть, как говорится, и смех, и грех. Смотрите обязательно Playthrough на канале. Заходите на видос, на, где были One Take Challenge. Заходите на стримы, потому что там я тоже в онлайне и трекчанские гоняю. И отвечаю на ваши вопросы и так далее, и далее. Все, всем большое спасибо за поддержку. И, как обычно, здесь была только правда об игре на гитаре. Надеюсь, рок-братство не сгорит. Здесь, ну, как бы все, у тех, у кого есть уши, все слышно и понятно. Все, всем большое спасибо. Пока.